вертолет садится на площадке. Сотрудники МЧС спешат на помощь. Медлить нельзя, ведь на кону жизни десятков людей. Спасти нужно более 20 человек, пострадавших в автокатастрофе в Навашинском районе. К сожалению, к тому моменту шестеро участников ДТП, среди которых оказались двое детей, погибли. Слишком серьезными оказались последствия столкновения лесовоза и пазика. ДТП произошло на крутом почти 90-градусном повороте на трассе Касимов-Ряжск, вблизи деревни Анциферова. По предварительным данным, брусья, которые перевозил МАЗ, начали рассыпаться из кузова. В тот момент рейсовый автобус перевозил 20 пассажиров. Доски и бревна буквально прошили автобус. В результате сильнейшего столкновения ПАЗ практически разорвало на части. Всем, кого удалось найти живым, оказывается экстренная медицинская помощь. Госпитализировано 12 человек, из них четверо в тяжелом состоянии. 9 пассажиров от поездки в больницу отказались. Водитель большегруза задержан. По факту аварии возбуждено уголовное дело. В связи с особой значимостью и резонансом расследование поручено сотрудникам Следственного комитета России. В то же время в региональном управлении МЧС открыт телефон горячей линии. Психологи в любой момент готовы оказать помощь родственникам пострадавших.